Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». Ну что, забираем с тобой две перчатки. Это сегодняшние наши награды. У меня этих перчаток, правда, слишком много. Здесь-то у нас что? Ежедневочки, да? Так, ивенты. Меня интересуют больше ивенты. Так, я вижу, здесь у нас есть. Есть один. Погоди-ка. Но, естественно. Естественно, поиграем сейчас с тобой в ивент. Посмотрим, что тут у нас. Угу. Первобытные зомби. Там зомби с пляжа, я смотрю. И дают какую-то фигню. Вот, если честно. Вот фигню дают просто вот в наглую. Че, я должен одними вишнями здесь драться? Или вот этими грибочками мелкими? Несправедливо, я считаю. Ай-яй-яй, поставим с тобой, наверное, вот так вот. Блин. Что делать-то? Даже не знаю. Ну, пускай стоит, строчит, я не знаю, как пулеметчик Джо. Орех нужен мне. О-хо-хо-хо-хо. Хо-хо. Ну-ка. Приходится вот так вот делать. Да зашибись. Зашибись, ребята, вы устроились. Трэш. Ну, он сейчас схавает, ну что это? Хотя, подожди, может быть, не схавает. Так. Что делать-то? Блин, мне, вот если они мне сейчас не дадут... Вот, ульта. Это для наших... Пока хорошо все, да? А вишня-то что, вишня? Бумс. Вишня срабатывает. Так, погоди-ка, вот здесь я себе поставлю вот таким вот образом. Спасет меня это как-нибудь? Не? Должно было, блин, спасти. Ёк-макарёк, ты посмотри. Так, ну вроде бы пока держимся как-то. Как-то у нас тут получается, непонятно пока как. Так, а что, вишня не готова, что ли? Готова. Бомбит пускай. Что у нас тут? Удобряха, это все понятно. Активируем удобрение. Выставляем сюда орех. Здесь, наверное, сделать надо вот так. Давай, иди сюда. Ну, естественно, естественно. Еще и с этими, да? Здоровски просто. Тут хомячит, хомячит, ребята. Ну, взорвали. Мамочки, вон там, смотри, что происходит наверху. Наверху вообще трешак. Энергия есть? Вот, откат произошел. Взрываем здесь. Смачковски. Так, сюда поставим орех. А этот у нас, смотри, в три руки там хавает. Хавун, а? Я там вообще в четыре руки. Что я тебе скажу? Мне нужна здесь ягода. Ягода сейчас откат получит. И сразу будем с тобой бомбить. Получила? Нет? Не пойму я. Да. Взрываемся. Все. Слава богу, мы здесь с тобой отбились. Ну что, давай забирать награды. Твою налево. Ну, что? Ну это что такое? Это что за шифпотреб? Скажи-ка мне на милость. Гриб и кокосовая пушка. Да, друзья мои, второй попытки мне не дали. Она просто зависла во время, как тебе сказать, ну, титульный, короче, там экранчик был, и все, я ничего не смог сделать. Я слышу, что зомби идут, но экран абсолютно не менялся. Вот так вот мне подосрали, грубо говоря. Ладно, самое главное, что у меня здесь есть ивент, и я хочу его сегодня пройти. Ну что, ребята, смотрим. 50 семян будут здесь сдаваться за выигрыш. Ой-ой-ой, ненавижу вот этого рок-гаргантюа. Именно с гитарой, блин. Самый паршивый, как по мне. Кукуруза. Так, зомбики идут. Давай-давай-давай, черника. Пока не будем, наверное, капельку тратить с тобой. Угу. Вот это вот надо здесь заморозить. Да, кукурузка здесь, ребят, не справляется. Давай, черника, наяривай. Что, за медляху врубим? Активируем.
Блин, вон он идет. Идет тот самый друзья Гаргантюа. Не знаю, как-то его откинуть, наверное, надо. Ну куда вот ты летишь, а? Трэш. Уйди, говорю, отсюда, а. Ну вот. Ага, мы его подбили все-таки. Все-таки мы его подбили. Блин, тут-то что? Вообще никто не хочет, ребят, ничего делать. Откидывать его тогда надо. Я немножечко в шоке. Давай так сделаем тогда. Раз другого варианта пока нету. Ну. Где, блин? Куда вы идете? Ну куда вы идете? Подхалимы лезут. Давай, черничка, выручай папочку, как говорится. Да сюда, наверное, поставим, да? Выкинем его. Так, это тут еще и летит ханорик. Все, поджарили мы его. И очередные гаргантюахи валят к нам. Ну, естественно, ребят, надо сделать замедляху. Понятное тут дело. Тут, наверное, вот так вот откидывать их всех. Так, заморозили мы этого гаргантюа. Активируем. Так, так. Ну и, в принципе, все. Подбили мы их. Спасибочки. Все у нас пошло хорошо. Так, что у нас тут? Коллекция семян копится. Первые испытания вроде бы как прошли. Давай смотреть, что дальше нас там поджидает. Чего? Зашибись. Вы серьезно сейчас? А, могила Ед есть. Ну, хоть на этом, блин, спасибо. Так, черника, давай. Выпускай там свою молнию. Нормуль. Редстингер пускай здесь стоит. Так, он у нас еще и с ультой. Это круто. Это круто. То есть мы с тобой сможем сразу пробивать. Это мне уже нравится. Так, пиратишка идет. Прыгает. Галактический орех, наверное, сюда поставим с тобой. Ну и чего? Блин, придется вот так, наверное, сделать. Придется, ребят, поставить защиту. Жик. Вау-вау-вау. Что-то там бубнит. Так, эти все рассыпаются. Так им и надо. Чернички, иди сюда. Могилоед. Все, больше он нам, в принципе, здесь не понадобится. Давай здесь влупим. Ну все, могилоеды. Куда вот мне их тратить? Пока некуда, ребят. Здесь, ну здесь, да, здесь вот редстингеры, конечно, тут они в помощь нам идут. Так, поставим сюда, наверное. Удобряшка, ну куда мне уже удобряшки, я даже не знаю. Ну давай вот так вот будем тратить, а что делать-то? Хоть куда-то их тратить. Довольно легкий вот этот, вот, я считаю, уровень. Ну, потому что здесь редстингер у меня, как говорится, был под ультой. Поэтому все и легко и получилось. И могилы мы с тобой прожигали, в общем, нормально. Двигаемся дальше. Третий этап. Что нас поджидает на этом третьем этапе? Ага, подсолнухи, которые мы должны оберегать. О, летающий плюс маг, ёлки-палки.
Блин, плохо дело. То, что они тут дают мне бонг-чо, это... фигня полная, что я могу сказать тебе. Орех. Ну, орех сюда поставим, к примеру. Эти, естественно, сзади должны стоять у нас. Тут как ни крути. Вот таким вот, как сказать, образом должны защищать они. Но опять же, до поры до времени, пока не появился маг. Маг только выйдет, начнет превращать всех в овец у этих никчемных. Зачем я вот это сделал? Скажи мне, вот зачем? Непонятно, поставил куда-то не туда. Вот он. Давай, давай, бомби его, бонг-чой. Вам мага. Одного уничтожили, блин, еще с десяток появилось. Вот и начинается веселье, ребят. Начинается веселуха. Да ты заколебал, а? Магистр кислых щей. Влупляй. Да это вот что, даже не задел его, блин. Даже не задел. Трындец какой-то, а? Вот ты посмотри, он. Вообще замечательно. Вообще замечательно. Слушай, надо кого-то... Блин, где у меня вот этот вот этого бонг-чоя надо, ребята, под ульту делать. Вот, 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 вот так это надо было. И вот здесь. Уф. Все? Почти, да. Да, ребят, получилось. Ох, отбился, блин, ненавижу этих магов-колдунов. Превращает всех в этих, в баранов тупорылых, которые ничего сделать не могут. Ой, господи. Ну что, пошли на четвертую миссию. На четвертой миссии тоже будет, наверное, не сладенько, да? Блин, этот пират с попугаем на плече. Естественно, попугай будет тырить. Тырить мои растения. Забубнил там. Ну давай уже. О, еще этот лопатник, блин. Еще лопатник, ребята, идет, которого... А. Его, естественно, бесполезно подбивать этими спорогриппами. Его только, я не знаю, электричеством бомбить. Все, другого варианта здесь нету. Что ты там идешь, хомячишь? Никаких тебе этих... Я не успею спасти. Ну вот это вот, вот, вот это вот пока зачем вы выпускаете наружу? Вот скажи мне на милость, а? Вот этих вот первобытных хламонов. Да куда ж ты подходишь? Смотри, 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 смотри. Смотри, как он подошел, а? Прям вплотную, плотничком, я тебе так сказал даже. М? Жучара навозный. Хорошо, наши там молнии сейчас повтыкали им. По полной, так сказать, программе, да? Вообще отлично. Даже если попугай не успевает прилететь, мы их сразу на жаркое пускаем. Опачки. Ультушечки. Погнали. Раз. Два. Хорошечно идет. Смотри, как хорошечно. Так, давай сюда. Ай-яй-яй-яй-яй. Толкун идет. Толкун, ребят, сейчас будет толкать. Никуда он ничего уже не толкнет. Так, последняя, судя по всему, волна. Ну, тебя тут только... Блин, вот тебя тут только не хватало. Гаргантюаха, плешивая. Сейчас будет своих этих... даже не успел ничего сделать. Вообще нормуль. Вообще нормуль прошли. Отличненько. Так, и остается пятая, последняя миссейка. А ну-ка... Там у нас еще Пенни Пурсуит, по-моему, да?
недопройден. Арена. Ой. Этот кидатель, блин, вшивый. Ой-ой-ой-ой. Вшивый этот осьминог идет. Любитель бросать. Даже не знаю. Так, сюда, наверное, поставим. Так, он же, по-моему, если не ошибаюсь, орех. Орех раздавит, если он на него наедет бочкой. Насколько я помню, да, ребята? Да, по-моему, так оно и есть. Так, там уже фараоны, я смотрю, идут. Фараоны, да? Сюда поставим. Во-во-во-во-во-во. Идет. Идет, друзья мои, этот осьминог. Вот, блин, нам надо его как раз-то уничтожить. Желательно бы в первую очередь. Ну, разве это случится? Иди ты, блин, еще этот музыкантишка тут. Сейчас будет трэш. Вот что он делает. Слушай, нам надо с тобой вот так вот сделать. Иначе будет плохо. Я еще даже с первой, блин, волной не справился. Они уже вторую сюда высылают. Вы что, серьезно, что ли, блин? Ух. Сейчас будет трындец. Сейчас, походу, будет, ребят, трындец. Вон, у них тут два. Внизу идут две штуки. Плюс наверху, плюс опять танцоры эти в диско выходят. Да. Как-то не айс. Мне неохота тратить-то, блин, понимаешь, Вилл? Мне неохота тратить. Вот, если только вот так вот как-то. Молнии там что-то бомбят, но они, видишь, они, блин, смотри, хавает мелкий. Схомячил все-таки растение, да? Тунь-тунь-тунь-тунь-тунь. Так, этот ряд разбомбили мы с тобой. Да, одну газонокосилку, наверное, мы с тобой профукаем. Так точно. Внизу почему-то не очень хорошо сработали молнии, к сожалению. А так, в остальном все отлично. Главное, что прошли. Ну, давайте теперь мне, пожалуйста, мою супер-пупер награду. Тут одна пиньета, в ней 50 семян. Red Stinger 10 семечек. Бомб-гранат 10 семечек. Так, каротиночка. Сколько там? Тоже 10 семечек, да, получается? И эндуриан тоже 10 семян. И персик. Все. Что у нас еще остается? Ну, битва за конфетки. Так себе. И за гемы. Ну вот, ребят. На любителей, я бы так сказал. Так, забираем с тобой 2000 монет. Окей. Так, и Пенни Пурсуит. Давай-ка глянем. Обновилось у нас тут что-нибудь? Или продолжается история? Обновилось. И что у нас тут? Черничка. Так, какой уровень зомби? Четвертый. Давай попробуем пройти на четвертом уровне сложности. Плюс, если выиграем, получим чернику с тобой. Цветочки, да? Ну, давай вот это вот, наверное, возьму. Блин, офисные зомби, ну... Тут, понятное дело, нужно ставить вот так вот. Цветочки, я так понимаю, нам... Нельзя, да, чтобы они перешли или раздавили их. Ну, что-то в этом роде. Что-то в этом роде. Наверное, сюда вот так вот сделаем, поставим. Так, они типа замороженные, да? Еле-еле передвигаются. Ну, передвигаются.
Блин, до этого что, не достаем? Да иди ты в пень, опять этот магистр кислых щей идет. Ну ты посмотри, а. Блин. Ну и чё? Ничего даже не дают мне здесь сделать. Он и здесь превышает, еще и на этом ряду. Зашибись. Что я тебе могу сказать по этому поводу? Чего? 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 Сразу, блин, пошло там, поехало. Трындец. Ну где растения-то все? Ёпрс это, ну... Я офигею просто с этого дурдома. Там уже и эти идут, понятно, короче. Они хоть и заморожены, но вот здесь, ну убейте его хотя бы. Так, ладно, тут сработает газонокосилка, но это трэш. Как я, блин, тут должен был ими вот этими вот ханориками пройти? Вот объясни. Я не понимаю. Это только первая волна. Это еще что? Это кто там, ребят? И что это за придурок тут прилетел, прыгнул? Живли мне на милость. Дартишок, что ли, по-моему, да? Или как его там величать? О, именно так, дартишок увеличать. Да. Да почему так много этих? Зачистки, да? Прошло. Типа. Да бомбите вы, господи, ну. Так, секунду. Только здесь внизу проходит. Этот дартишок, блин, тут, похоже, не вытягивает. Или что? Да не вытягивает он. Нет, тут еще и следующая волна. Он псих. Вон он. Идиота кусок. Приземлился, блин. Нашел, где приземлиться. А у меня там ничего и нету, да? Все, ребят, сфейлились. Хотя, короче, пошли они кое-куда. Не хочу проигрывать. Просто не хочу проигрывать. Вот все. Фух. Так, секунду. Этих-то чуть было не профукал. Угу, нормуль. Какое счастье, получить с тобой 5 этих электрических черники. Так, второй открывается этап здесь. Ну, здесь, конечно, я пойду за деньгами. Это я однозначно не осилю. А вот здесь можно попытаться хоть отбить, хоть сколько-нибудь. Ну, показывайте мне, что там. Зашибись. Вы молодцы. Гениально просто, я тебе скажу. Дали мне 3 клетки, на которых... Да. Ой, а это что такое, ребят? Зря, да, я потратил, наверное. Ага. Ой-е. Ой-е.
Так. Фокус-покус, да, это, по-моему, как им их величать? По-моему, фокус-покус. Иди ты отсюда. Давай прожариваем через весь экран, правильно? Чтобы им было пусто. Они еще гаденыши бросаются там. Какими-то этими. Как их звать-то? Ноутбуками, короче, раскидываются. Давай сюда. Ое, ое, ое. Ое. Так, здесь у нас, да? Не все помидоры созрели. Е. Слушай, ну тут круто. Вот здесь мне понравилось. Вот серьезно тебе говорю. Классные помидоры, конечно, тут отжигали по полной программе. А вообще у меня есть, по-моему, нет у меня помидоров. Так, это что у нас тут такое? 1000, либо... Попробую. Попробую получить, ребята, электрическую чернику. Но сомневаюсь. Я, конечно, могу получить, наверное. Дэнс-площадка. Дэнс-площадка. Ёк-макарёк. Это что такое? Такого раньше не было, ребят. Я не помню такого перка. Дэнс-площадка. Это же... Ага, еще и сам должен выбирать. Танцоры, блин. У меня есть кто-нибудь под ультой? Скажи-ка мне на милость. Фиг там, у меня никого нет под ультой. Пам-пам-пам-пам. Бомб-гранат, что ли, взять? Я не знаю. Уменьшатор не надо. Что будем делать-то? Танцоры, они же там ускоряться будут под музыку, естественно. Бежать сломя голову, как ненормальные. Это, по-моему, назад откидывать, да? Если я не ошибаюсь. Возьму тогда его, наверное. Возьмем так, орех. Возьмем мортиру с тобой. Ну и, наверное, здесь нужен подсолнух. Или подсолнухов здесь нельзя взять. Ага, подсолнухи запрещены. То есть за 2000 солнца, что ли, должен уложиться, да? Ну нафиг. Это не получится у меня тогда. Ну, блин, ну давай вот так еще сделаем. Допустим. Сделаю вот так. И мортирки. Если не дадут мне солнечной энергии, это будет беда. Уже ускорение начинается, ребят. Они своих же хомячат, отлично. Что там происходит-то? Что, вообще солнечной энергии не будет? Ты, блин, серьезно? Нет, ребят, появляется Гублум периодически. Допустим. Началось. Видишь, да? Погнали. Так, а почему этого? А, он же тоже стоит. Подожди, пока не будем применять. Или будем уже? Уже надо. Все, они сейчас появятся здесь. Активируем. Так. Вот это другой разговор. Вот это так по мне. Спасибо, Голдблум. Помогает мне, да, периодически. Сейчас, сейчас, сейчас. У него долгий-долгий откат, ребята. Ну, это было шикарно.
Новый перк апгрейд. Это было шикарно, на самом деле, мне понравилось. По-моему, у нас с тобой энергия закончилась здесь, если я не ошибаюсь. Да, ребят. Ну, тут осталось раз, два, три, три. А, подожди. Два события пройти, но я думаю, в ближайшие дни, завтра, послезавтра пройдем. Так, 9000 монет у меня. Что я могу за них прокачать? Ничего, да, по-моему? Даже за худаленькое ничего. Даже за худаленькое не могу ничего сделать, ребят. Минималка десятка, понимаешь? 10000. Так, солнечный томат, кстати, тоже его давно не применял. Потому что я только недавно получил. Такс. А хокус-кропус мне тогда и не хватило совсем. Прикинь, блин, 5 карточек не хватило, чтобы его открыть. Помню я тот момент, помню. Вот мне понравился, конечно, вот этот инферно. Жалко, я тоже тот момент продинамил, когда он разыгрывался. Вы мне писали в комментариях, попробуй, выиграй, выиграй. Заходи, Рэй, заходи, но у меня там не было, никак не получалось, друзья. Так, ну что, давай тогда мы с тобой зайдем еще, наверное, на арену глянем. Что у нас там происходит вообще. Так, а на арене у нас 3 дня, 18 часов. И турнир. Погнали. Погнали, поиграем. Попробуем побомбить. Ну, возможно, хотя бы 30 карточек мы с тобой можем забрать и получить сегодня. Не уверен, конечно, но попытаться. Ой-ой-ой, это что такое? Что это за фокусы? Что это все с льдом тут? Засеянный, не пойму я, а? Значит так, очень много летающих. Значит, соответственно, сразу берем что? Где у меня этот? С пропеллером, как его там звать-то? Вот он. Берем, дальше. А что дальше-то? Летающие с этим психами, я не знаю, как справляться. Давай, наверное, возьмем так. Вот так. А нужна ли мне электрическая мета? Наверное, нет. А, тут все, понял. Тут электричество рулит, ну, типа того, да? Электрические эти. Чай у меня закрыт. Так, так что ли, получается? Ну и чернику, да блин, чернику. Ну что, ну черника, она 1000 лет будет, мне кажется, вот так лучше сделать. Че, погнали, попробуем. Блин, не нравится мне этот заморозка, неужели там этот будет уровень-то с мамонтом механическим? Не должно же, по идее, быть, да? Погнали. О, точно с ним. Точно, ребята, блин, с ним. А тут, нафиг мне электричество, когда тут надо брать не электричество, ребят. Тут надо брать пламя. Давай вот по чесноку. Тут надо брать пламя, ребят. Тут бред. Так он сейчас тут все за это. Как бы тебе это объяснить-то? Он тут все заморозит. Как-то очень странно, если честно. Очень, ребята, странно. Да и летите вы к чертовой бабушке все отсюда. Мне даже электрическую мету некуда поставить. Ну ты посмотри, что он делает. И как? Как я тут должен, ребят? Ну, я не понимаю. Он мне абсолютно ничего не дает сделать. Это еще идет тут, танцует, наяривает, наплясывает. Поплясун. Фигов. Да дуплитесь вы уже в конце-то концов, а. Где у меня этот? Летите к бабушке на куличке.
Может быть, мне его даже и не дано, ребята, здесь подбить. Может, просто нужно наносить урона как можно больше. Ага, отключился, отключился, чувачок. Сразу заморозку такую влепил. Капитальную. Еще и пираты. Кого только нету. Так, у меня в добрях, оказывается, есть. Ну. Так, 30 секунд осталось, да? 30 секунд. Что там у нас получается? Есть какой-то прогресс? Я вижу прогресс один только, ребята, что мы замороженные. Все абсолютно мои растения заморожены. Стоят, ничего сделать не могут. Вот это я вижу. И он меня прессует еще при этом, при всем. Да. Ну, я выиграл, конечно. Жесть, ну вот, видишь, вот он все правильно делает. Он, ребята, плевать хотел на эти электрические, в отличие от меня, как дурачок тут с этим электричеством. Нафиг оно здесь ни в одно место не вперлось нам. Будем с тобой брать именно, наверное, огненных. Электричество, толку-то от них вообще нету никакого, понимаешь? От электричества здесь повышенный урон, если я даже не могу ничего пробить. Надо брать побольше с пламенем там. Ну, не лаву-гуаву, конечно, но однозначно нужно брать, я тебе скажу следующее. Однозначно, вот, скорее всего, халапеньо здесь надо будет брать. Так, дальше. Подожди секунду, сейчас подумаю. Вот это вот, не знаю, это, наверное, не нужно все-таки брать. Мина, скорее всего, будет замораживаться. Может быть, помидор. Как, ну да, может. Лед, вот лед, по идее, должен ломаться. По идее, ну я не знаю, будет ли он здесь ломаться. Можно проверить будет. Так, и огненные растения. Где у меня? Мне нужен огненный этот, как его? Вот он, горохострел огненный. И пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом. Что же еще взять? Мортира здесь бесполезна, киви бесполезна. Бомб-гранат. Был бы инферно, было бы, конечно, круто. Он бы мне помог бы здесь, это точно тебе говорю. Ну и все, наверное, получается, да? Огненных больше у нас с тобой таких конкретно жарких нету растений. Да. Ну, этот болгарский перец красный, я думаю, ну, не стоит брать. Я вот не знаю, нужен ли вот этот нам, поможет ли он ломать лед. Что-то мне кажется, вряд ли. Зря я его возьму, наверное. Да и все тогда тут. Что, бомб-гранат брать? И вот этого вот. Какую-то мяту хочется взять. Можно вот эту, может, попробовать. Короче, поехали. Была не была, фиг с ним. Блин, да нафига мне? Мне лучше вот так вот. Let's rock. Не знаю, посмотрим. Что, мне это поможет? Он хоть на кого? Для кого я взял вот эту вот, непонятно, ребят. Нет, что-то помидоры, они не справляются, ребят. Еще вытворяет. Фига себе тут их, смотри. По-моему, как-то с электрическими. Да. Трындец, ты чё не делаешь? Посмотри.
Ёк-макарёк. Фига себе. А чё так мы фейлимся-то, блин? Чересчур, помидорчик-то мы же заморозили. Конкретный проигрыш, да? Зачем я взял вот эту мяту, я не понимаю. Так, смотри. То есть я убираю лед, и такая орда вот этих вот. Вот тут фейл. Жестко. Да. Что-то с электрическими, по-моему, было как-то по... не то, что как сказать, полегче, но вот как-то. Зачем я вот эту мяту взял? Не, я вообще не понимаю, ребят. Зачем вот она мне здесь нужна? И вот это вот растение, которое я взял, по-моему, оно нам только вредит. Они так замороженные, а как я только открываю, они сразу все выходят. Понимаешь? Нет. Беспонт какой-то. Самый настоящий беспонт. Пинь. Окей, пинь. Да. Проиграл. Ну и чё? Да, я, наверное, из-за того, что... Да. Сыграем. Бред. Взял на свою голову огненных. И толку-то никакого. Я. Лучше взять электрических. Не знаю, чем лучше, конечно, ребят. Не знаю, чем лучше. Ну вот с летающим вот из-за этих вот ханориков, ребят, конечно, я круто попал. Давай я возьму виноград. Вот так. Вот так возьмем. И рис, мне кажется, здесь беспонт. Ну и что, что мне взять? Ну я не буду вот это брать, горохострел, это фигня полная. Давай вот так вот сделаем. Все, поехали. Расставляем с тобой вот этих вот, как полагается, да? И на них электрокамышики. Все. Let's rock, погнали. Не будем мы, короче, его уничтожать. Это бесполезно, его там, не знаю, как вообще до него добраться. Доберись, называется, ага. Еще творит. Ряд за рядом обмораживает. Летуны, пошли прочь. Ну-ка. Виноград, сейчас посмотрим, как срабатывает. Фигу он срабатывает. Да заколебали вы в конце-то концов, а? Летуны, вы заколебали, ну серьезно, а? Давай, электричеством их. Электричеством плюс вот такое вот все пойдет у нас на ура. Не надо вот заморозку свою делать, пожалуйста, не надо. Летуны опять, да? Ну конечно же, опять летуны, из-за них тут все это происходит. Все беды. Из-за летунов. Так, сюда возьмем. Сюда. Летающие идут? Идут. Прям ордой, я бы сказал, так идут.
Давай, давай, вжаривай там электричеством. Вьюх. Неплохо тогда. Прожариваем. Сюда. Получил звездюльку, да? Лежит теперь, кайфует. Так и должно быть. Клоун, шут гороховый, иди отсюда, а. Заклевал. Ну что, ребят, ну, по крайней мере, по очкам мы рулим. Я не говорю, что мы тут офигенно ему... Ну, дамага тоже, кстати, можем нанести прилично, между прочим. Вот обожаю, когда вот это вот... Ай, мята, как она хорошо жарит. Как она хорошо жарит, а, друзья мои. Ну... Ай-яй-яй, не хватило, не хватило нам чуть-чуть. Ну, до него фиг доберешься до этого мамонта. Фиг доберешься. Так, 6 конфет получаем. Давай, мы с тобой должны забрать пиньеты. Мы не мы, если мы с тобой пиньетушки не заберем. Перчатка у нас аж 18 штук. Можно играть до посинения тут, понимаешь? Плюс еще рекламу посмотреть. Так вообще можно за 20 этих перчаток взять. Ну что? Я же думал, опять зависло. Так, я, наверное, оставлю прежнюю команду, которая у нас была. Let's Rock, и также пускай расстановочка будет. Единственное, что можно сделать, это ускоряшку. Мы с тобой ускоримся, ну, чтобы все это побыстрее шло у нас. Пим-пим-пим-пим. Вот он именно бесит, что он сразу начинает заморозку делать. Ага, ага. Так, виноград. Летуны. Тут тотальный контроль просто нужен. Вот и все. И ничего более. Ну еще, как я тебе говорил, вот то, что... О, мята, 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 мята электрическая, давай. Вот это я больше всего обожаю. Да вот именно так все происходит. Влупляем. Так, летающие пошли прочь. Сюда, сюда, сюда. Тихо, 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 летуны. Да ты заколебал, а? Летающие пошли прочь. Фух. Просто тотал, друзья мои. Ну. Так, летуны. Жжж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 
Ну, скорее, даже как-то... Как бы тебе сказать-то? Ну, не это, а... Как-то так шустро все, быстро. Непривычно, одним словом. Быстро как-то закончилось у нас пульта. Блин, ну не могу, ребят, ну не хватает чуть-чуть буквально. Я не знаю, как этого, блин, чертового мамонта пробить. Фух, ну, пиньяты мы с тобой заработали. Давай смотреть, что нам здесь выпадет. Ну, так, это ядовитый гриб. Это мелкий пуф-гриб.
Так, арахис и черника. Так, черника, да, значит, следующая у нас награда, что там идет? Покажите мне, блин, да подожди ты. О, 4000 голды. 4000 голды, если я получу, я прокачаю тогда какое-нибудь растение по уровню. Так что против Пау. Все то же самое будет, абсолютно, ребята, ничего менять не будем. Let's rock, reload и вперед. Go. Не ори, не дома и дома не ори, как говорится. Так, это пока мы себе тратить не будем. Видишь, сразу начинает ряд за рядом шпарить. Что еще творит? Причем я припариваюсь эти ряды, видишь, сразу же. Ну, да идите вы. Да чтоб вас, а. Ничего не понимаю, что тут творится? Этого вроде бы много, да? Как-то тут нас промяли, по-моему, мне кажется. Или... Не, нас продавили здесь. Почему только пока не могу понять. Почему? Да потому, ё-моё. Они, потому что все ребята ныкаются именно в этом. Они во льдах, понимаешь? Мы льды с тобой вот так вот ломаем, вот. Видишь? И все. И их тут целые орды заныканы. В этих снегах, блин. Вот так вот и происходит все это. Так что я тут, блин, бомблю? Как мамонт так, для красоты, блин, сделан. Все равно он что хочет, то он и сделает. Своего добьется, ребят. Давай, мята, вжаривай. Так, ставим сюда, ставим сюда. Ставим сюда и вот сюда. Улетай отсюда. И больше не возвращайся. По-моему, нас тут мало. Да, мы, ребят, проигрываем. Если брать именно по очкам, мы начинаем с тобой фейлиться. Так что ничего хорошего, ничего веселого здесь нету. Не догнать нам нашего оппонента. Похоже, 10 секунд. Вообще никак не выходит. Yes, я его сделал на повороте, ребята. Я его сделал на повороте. Буквально там, смотри, у нас 461, ну не 427. Вырвал победу зубами. А иначе не назвать. 4000 голды у нас в кармане. Так, следующие идут пиньяты. Электрические, да, 4 штуки. Вперед из песни, как говорится. Речка не привык отступать. Let's pine. Окей, давай, pine. А я, кстати, этот бой на ускорении поиграл. Что-то я только не понял, если честно. Не надо ничего, все по старой традиции. Все как есть, так и оставляем. Reload, let's rock. Ускоряемся. Едем, едем, ребята, со скоростью света. Так, электрическую пока не буду влеплять. Поехали. Так, так. Пускай, пускай, пускай свои ряды захламляет. Поехали. Сделаем так. И вот так. Летающие.
сдуло. Так, волны, хорош, завязывай давай. Ну. Типа подбил, да? Ну, как бы, да, получается, подбил. Мята. Мята электрическая, это шикарно. Юху! Сейчас так хорошечно прижучили мы их. Вот именно сейчас. Да ёк-макарёк, давай! Полет навигатора. Так, смотрю, 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 смотрю. Сюда, наверное, надо поставить. И вот сюда. Летающие есть? Идут, идут. Поэтому сразу их сдуваем. Чётенько, чётенько. Забираем. Летят утки. Да мяту, блин! Успел? Вроде успел. Нифига не успел. Как бы и поставил, но этот ее быстренько, знаешь, чем сделал. Ну и заморозил. Он своим льдом ее перекрыл. Гаденыш несчастный. Так, сюда, сюда. И вот сюда. Так, что у нас там? Блин, вот теперь мы серьезно проигрываем. Тут уже хренушки ты на повороте что-то сделаешь. Тут уже... 30 секунд. Ставки, ребята, очень сильно повышаются, так что... Нифига. Обидно. Да, обидно. На целую, ребята, сотню фейлимся. Но я старался. Я старался как мог. Почему проиграли, сейчас посмотрим. Ребят, ну это чушь полная. Вот что вот, вот этим вот дерьмом он выиграл. Тихо, умоляю. Нет, это... Это сговор, по-другому не назовешь. Вот таким, что у него там было, он бы никогда в жизни бы не победил бы, поверь мне. Я могу тебе просто взять то же самое сейчас, эту команду, и мы просто сфейлимся моментально. В 3 секунды сфейлимся. Вишня, которая один раз все взрывается, и 3 часа ждешь ее восстановления. Или там еще что-нибудь. Не, ребят, она подыграла. Ну, как сказать, подыграла против меня. Еще такой отрыв там аж. Твою налево, блин. Молодец, Рей. Ты красавчик, ты как всегда вот тупишь, блин, как валенок, блин. Ну и че, блин. Пипец, блин. Гений, блин. Естественно, забыл поставить, ребят. Естественно. Идите вы, козе, как говорится, туда. Давай, виноградина, это бомбаш там. Только шорох. Дюх, сдули. Сдули, дулина. Ну-ка. Они еще такие крепкие здесь. Вот эти вот роботы. Очень крепкие. Эту электрическую мету я, наверное, никогда не дождусь, да, когда она созреет. Роботы эти еще. Не, они хотят падать. Просто не хотят падать. Им по барабану. Им... Мои растения не в указ. Понимаешь? Просто не в указ. Вот так вот, ребята. Ну, бомби. Поломали, неужели? Поломать-то поломали, а эти-то замороженные все стоят. Ха, молодцы. Красавчики. Че тебе могу еще сказать по этому поводу? Гении, блин.
Просто гений. Так, есть свободная ячейка, чтобы сдуть. Что я там сдул, фиг поймешь. Ну. Летите вы к чертовой бабушке, я еще раз говорю. Тут проходит. Прикинь, все смели. Они все смели на своем пути. Абсолютно. Абсолютно, как я говорю. Вообще ничего не оставили. Никакого припасика нету. Давай ты, господи, там это. Ну, мятушка, не подведи. Влупляй, вжаривай. Так, ну что, 400 очков. 400, да, очков. Мы с тобой выигрываем здесь. Фьюх. Фьюх. Да, отлично. Так, ну что мы с тобой забираем? 4 электрические пиньеты. Тут именно электрические растения. Так, забор 20. И получается... Оу, прокачиваем. И... Так, это получается 30. Блин, цитрон, я же про него забыл, что он тоже, ребята, электрический. Но он очень долго накапливает свою энергию. Очень долго, прям как этот, как паровоз. 3 часа надо ждать. Так, ну что у нас тут с тобой? 10 конфет и 8 пиньет. Давай-ка попробуем. Сима Мастер. Сима Мастер какой-то у нас тут. Окей. Так, угу. Let's rock. Reload. Погнали. Сразу на ускорение. Сюда. Смотри. Сразу же, понимаешь? Сразу же. Стоило только вот взломать. И начинается вот этот вот. Уйди, лети отсюда. Что он там себя от перегрева типа лечит, да? Он себя там лечит от перегрева. Ну-ка, не отожги. Фига тут энергии солнечной, ну получали мы сколько. Вот это вот он бесит, когда он начинает эту вот дудеть со своего этого хобота. Заморозка идет, причем конкретная. Причем конкретная. Так, ставим сюда. Ставим сюда. Здесь бомбим. Да что он не ломает? Ломается, да? Ломается, поломался. Он поломался. Иди ты. Сдуваем там, кто там попадается, я не знаю, ребят. Вот, опять 25. Опять, ребята, он меня заморозил. Опять он мне всех моих заморозил. И они все стоят, как дудлики, и ничего сделать не могут. Вот так вот. Вот об этом я и говорю. Вот это плохо, это беда просто какая-то. Так, летающие есть? Есть, там целая горда этих летунов. Давай так сделаем. И мята. Под мятой должны вжарить, в принципе, неплохо. Плюс, если вот так сделаем еще. Ай, красота. Ты посмотри, какая красота, ребят. Держимся с вами до последнего. Просто как эти, как спартанцы, блин. Непобедимые. Куда вы идете, а? Роботеки. Так, мы смотри. Ё-моё, всего
всего, ребята, в 2000 очков мы сделали противник. Ты посмотри. 487, а у него 485. Это чудо какое-то. Ну что, 10 конфет забираем. И 8 пиньет у нас на кону. Будем драться. Будем драться. Будем эти пиньеты с тобой забирать. Слушай, подожди, а может быть я успею что-нибудь прокачать? Что мы можем с тобой здесь прокачать? Что у нас, например, сейчас? Вот, а, нет. Нет, тут 20 тысяч стоит. Блин, я ничего не могу прокачать. Ни на что не хватает. Вот этого только если. И все, по-моему. Ну вот. Еще халапеньо. Ну ладно, поехали. За 8 пиньетами. Против Хосса. Что за Хосса? Кто такой? Почему не знаем? Сейчас узнаем. Ну что, ничего не меняем. Let's rock. Конечно, виноградину если бы прокачали бы, я думаю, было бы круто. Виноградина сама по себе неплохо наносит урон вообще, да? Согласись, топово просто. Дамаг у нее будет здоров, зашкаливает даже. Ускоряемся. Пошла, 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 пошла первая энергия. Так, ну что, взрываем, первые зомби пойдут. Первые зомби пошли. Побежали прям. Так, летуны. Летуны, ребята, сразу их сдуваем. Что-то не то, да, по-моему? Слушай, а что... Секунду, 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 подожди. Что-то здесь не то. Не могу понять, что-то пошло, как бы, ну... То ли уровень усложнился, то ли... В чем проблема, блин? Пока не могу разобрать. А ну-ка. Прожигаем, 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 прожигаем. Миллион энергии. Виноград. Летунов сдуваем. На них нефиг любоваться. Так, врубаем здесь. Так, отключка. Виноград. Сюда, так, сюда. Дай, блин, сюда мне, я тебе говорю. Куда ты ползешь, а? Уничтожили мы его хорошечно. Так, врубаем мяту. Минус летуны, которых, правда, нету. Отжигаем. Дай-ка сюда мне. Куда ты ползешь, а? Плешивый ты этакий. Блин, мята, 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 мята нужна мне. Мята электрическая, было бы вообще солидно, если бы мы ее сейчас, ну... Но нет. Мяту не дают. Пока. Мяту не дают, а эти... Вот она. Да чтоб тебе, говорю, мяту дай мне. Погнали. Ух, найс. Сколько он набрал? Ребят, это что? А, ну так ты посмотри уровень какой. У него тут даже, ребят, не обсуждается. Фига, у него-то 8 уровня, прикинь, 8 уровня. Конечно, там фиг потягаться с ним.
Хорошо, у меня есть сунер. Хорошо, у меня есть кристаллы, что я могу себе позволить откаты делать. Фига, 2 ляма с лишним. Да, это, конечно, круто. Ну, ты сам видел, какие у него растения. Там пафы всякие и тому подобное. У меня таких нету. Если даже есть, то уровень, извини меня, максимальный, по-моему, уровень у меня 5-й на моих растениях. Так что, что вы хотите? Ну давай, 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 сделаем так сразу же и вот так. Что там? Я не пойму, блин. Так, я опять начинаю, да? Опять начинаю фейлиться, блин. Блин, я опять на пустом месте. Что за дебилизм, а? Ну, мята, давай, вжигай. Выжигай, 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 выжигай их всех там все. Так, сдуваем. Пора активировать. Ну а что, любоваться, что ли, я должен на это все делать? Нет, конечно. Так, разнесли. Летунчиков всех, всех, всех. Какие дрени-фени. Да их тут нет пока, этих летунчиков. Вот вон кто. Роботы прут. Механическая вся эта дребудень. Так, ставим сюда. Ставим сюда. А здесь сделаем взрывчик. Выкинул, просто выкидывает мне все растения, понимаешь? Своим этим ковшом сдвигает. Летите обратно в ад, откуда пришли. Это же зомби, да? Зомби из ада. Не из ада, а из ада. Мята, активируйся. Окей, окей, окей. Так, пока, ребята, пока вроде бы ведем по очкам. По очкам вроде бы рулим. Что там у нас? Да, мы выигрываем с тобой. То есть пиньяты мы с тобой заберем. Фух, трэш. Трэш какой-то. Фух, переломчик. Да, ребята, вот они, пиньятушки-то наши. Давайте, давайте мне, родные. Ох ты. Гипнокапуста. Так, это понятно. Примитивный грохострел. Лазербин. Эндуриан опять же тут лезет. Пиапот. Капелька. Ну, тут понятно, спрингбин, прыгающая фасоль и все. Ну, так себе, если честно, награда. Хотелось бы что-нибудь пошикарнее, но тем не менее. Так, друзья мои, ну что, мы с тобой залезли в топчик. Через 4 дня, как ты видишь, лига закончится. А сколько мне там нужно было-то? Сколько нужно набить, я не могу понять. 142. Не пойму, наверное, 150, скорее всего, да? Ладно, 3 дня есть, я думаю, что, ребята, мы успеем еще добить и все-таки заполучить электрическую лозу. Ну, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!